я самая красивая. Дана, что это? Моя любимая помада. О, нет. Мама, я не хотела. Моей косметике прикасаться запрещено. И вытри лицо. Я тебя очень прошу. Я так старалась. И не забудь отмыть зеркало. Я просто хотела быть похожей на маму. Ой, что это? Там что-то есть. Я должна туда попасть. Нужно только проломить эту стену. Моя голова! Ну ладно, упрямая стена. Ай, как больно! Что же делать? Идея. Не нужно прилагать столько сил. Сработало. Как любопытно. И что это за комната? Здесь слишком темно. А вот и рубильник. Вау, комната для макияжа. Что со светом? Снова напряжение скачет. Включить. Кто-то идет. Нужно спрятаться. Дорогой, не волнуйся, это всего лишь пара царапин. Ты моя спасительница. С чего начать? Пожалуй, с этого ящика. Здесь целый склад старой косметики. О, настоящее сокровище! Да уж, ну и вид. Папа! Пора отращивать бороду. Он меня не видит. Бу! Хотя я и без бороды красавчик. О, да. Что это за шум? Доносится оттуда. Он меня услышал. Не может быть. Что делать? Привет, ребята. Поставьте лайк. Нужно 5000 лайков, чтобы папа не нашел секретную комнату. Пожалуйста. Да, получилось. Показалось. Никого нет. Можно смело прятать деньги в тайник. Что он там спрятал? Посмотрим. Деньги. Пусть лежат. Деньги родителей брать без разрешения нельзя. А вот книжки мне пригодятся. Какие тяжелые. Немного краски. И ножки для будущего стола готовы. Но мне нужна столешница. Эта полка вполне подойдет. И ее я тоже покрашу. Теперь у меня есть туалетный столик. Пора здесь прибраться. Мама, папа. Дорогая, это тебе. Что они задумали? О, дорогой, уборка может подождать. О, детка. Что? Еще один ребенок? О, нет, показалось. Цветы для самой красивой жены в мире. Все интереснее и интереснее. Алло? О, нет, я сейчас приеду. Дорогая, куда же ты? Ну вот, кино закончилось. Что можно смастерить из этого ящика? Знаю. И мне понадобится шуруповерт. Сделано. Держится крепко. Дальше покраска. Отлично. И самое важное. Мягкая подушка. Подошла идеально. И теперь у меня есть удобный пуфик. Как увлекательно. Я так и думал. Что? Полка исчезла. Но мои деньги на месте. Какое облегчение. Здесь их оставлять небезопасно. Можно приступать к макияжу. А где зеркало? Может, зеркало за гординой? Вау, как красиво.
красиво. Неужели это не просто картина? Здесь есть тайный ход. Я в ванной? Это зеркало я забираю с собой. Миссия пройдена успешно. А зеркало нужно немного усовершенствовать. Заливаю раму монтажной пеной. Покрываю краской. И проделаю отверстие. Добавлю огоньки. И у меня получился самый настоящий шедевр. Приступим. Нет, слишком мало света. Этого должно хватить. И добавлю фатин. Вау, потрясающе! Начну с такого макияжа. Или вот этот. Нет, все же этот. Приклею фото вот здесь. Палетка теней. О нет, она совсем состарилась. А это вообще катастрофа. Помада вроде ничего. Ах, не очень, но попробовать стоит. Фу, мама! Пора привести себя в порядок. Глаза. Вау, какие ровные стрелки. Вау. Тушь. Здорово. И помада. Акцент на губах. И немного румян. Готово. Вау, дорогая, ты восхитительна. Моя мама такая красивая. Дорогая, ты выглядишь бесподобно. Они такие милые. Надеюсь, моих денег хватит, чтобы купить новую косметику. За дело. Я возьму вот это. А деньги? А вот. Это мама. Нужно бежать. Я позже зайду. Отличный выбор. О, да, я знаю. Yep. Чудесный день для шопинга. О, нет, я забыла телефон в машине. Покупки. И все для меня. Фух, как жарко. Вау, чего тут только нет. Все, что нужно для идеального макияжа. О нет, мой столик не выдержал такого количества косметики. Как же быть? Придумала. Из картона и термоклея соберу стильную полочку для косметики. Теперь покрашу. Готово. Для всей косметики найдется место. А как быть с кисточками? Нужен новый план. Папа занят. Ты пока постой здесь. Это мне пригодится. Кто здесь? Оказалось. И это тоже заберу. Серый — это скучно. Так лучше. Добавлю украшения. Красота! Замечательная подставка для фена. А из мисочек сделаю подставку для аксессуаров. Отличная работа. И для кисточек место нашлось. Но это паутина. Портит весь вид. Пора от нее избавиться. Так намного лучше. Где мои покупки? Моя косметика. Все исчезло. Любовь моя, ты в порядке? Объясни, что случилось? Мои пакеты с косметикой. Они стояли здесь, а теперь исчезли. Мы их найдем, не волнуйся. Вот только где? У нас побывали воры. Не расстраивайся, дорогая. Я не могу смотреть, как ты плачешь. Но что это? За зеркалом что-то есть. Вау! Вот где все мои покупки.
Что? Детка, это была ты? Дай-ка мне это. О, милая, тебе нужно многому научиться. Пойдем со мной. Мы возьмем это. Привет. Ну и вид. Для начала детская косметика. Оплата наличными. Вот, пожалуйста. И еще $2. Что? Но у меня больше нет. У меня есть. Держи. Вот удача. Этого должно хватить. И косметика наша. Начнем с уроков макияжа. Но сперва хорошенько тебя умоем. Детская косметика – то, что нужно для юной кожи. Немного теней. И парочка звездочек. Румяна. И блеск для губ. Спасибо, мама. Ты выглядишь великолепно, детка. Дорогой, ты только посмотри на нашу девочку. Восхитительно. И Пикачу в подарок. Детка, макияж – это прекрасно, но тебе пора на занятия. Сейчас. Нет, ты опять провалила тест. Здесь нужно все исправить. Пока все не выучишь, из комнаты не выйдешь. Я больше не буду учиться. Спрячусь, и вы меня не найдете. Оу, а что это за место? Здесь есть план тайной комнаты. Отлично, решено. Пикачу, я построю свою тайную комнату за моим шкафом. За дело. Итак, мне нужно выдвинуть шкаф вперед. Измерим расстояние. Нужно продвинуть его вот настолько. Я освобожу пространство для шкафа. Сдвигаем всю мебель. Вот это расстояние должно быть свободным. Ну все. Можно двигать шкаф. Слишком тяжело. О, точно. Нужно облегчить ношу. Вся одежда на выход. Попробую теперь. О, а у меня есть идея. Мне поможет жидкое мыло. И шкаф поехал как по маслу. Отлично. Упс, папа идет. Все улики нужно спрятать. А что это был за шум? О, хорошая куртка. Что ты здесь делаешь? Нужно повесить тебя обратно в шкаф. Что? Откуда здесь это жидкое мыло? Ауч! Что тут происходит? Угомонись, шкаф! О, нет. Меня легко заметить. Нужно замаскировать вход в тайную комнату. Жалюзи – подходящее решение. Теперь никто не найдет вход в тайную комнату. О, ковер, точно. Оу, землетрясение? Нужно потянуть сильнее. Оу, что это было? Этот ковер будет моим. Вот так. А ковер оказался больше, чем я думала. Заношу. Оу, не пролазит. Другой стороной. Ага. Получилось. Мягкое ковровое покрытие в моей комнате. Сидеть на полу неудобно. Сейчас я что-нибудь придумаю. О, да, мои счастливые помпончики. Вы мне поможете. Я склею из вас мягкий коврик. О, да, получилось. Спишь, папочка? Мне как раз нужны эти три подушки. Одна, вторая, третья. Что? Кто здесь? Кто посмел меня разбудить? Выходи и сразись со мной. Я! Что это? Останки моей подушки? Детектив папа берет след. Подушковый след ведет на кухню. О-оу. Фух, я оторвалась от папиной погони. Очень интересно. Опять ты, шкаф. Отдавай мою подушку. Все чисто. А где же моя подушка? Ладно,
Я сделаю себе новую. У меня есть наволочка и улики. Быть детективом непростая работа. О, вау, как красиво! Еще немного наполнителя и готово. Я снова собрал себе подушку, можно и прилечь. Что? А где мой плед? Негодяи. Ну, хоть телевизор оставили. А сейчас выпуск экстренных новостей. В городе участились случаи домовых краж. Вот это подойдет идеально. Мне не дотянуться. Точно. Нужна стремянка. Серьезно? Ничего себе. Так, приступим. Попкорн закончился. Хорошо всегда иметь запас под рукой. Что? Да давай, ау, ты меня слышишь? Я не понимаю. Почти получилось. Там прямо за тобой. Почти все сняла. А, бесполезно, сейчас покажу. Что, обернуться? Отличная игра. Эй, не надо оскорблять своих телезрителей. Меган, дорогая, я тебя поздравляю. Дорогой, это Меган. С днем рождения тебя. Упс. Этой гирлянде нужна пара. Красивая фоторамка. Сначала я покрашу ее краской. А теперь настал ваш черед, макароны. Прокрасить и приклеить. Какая красота! И мама ни о чем не узнает. Дорогая, это не твои проблемы? А он что? Серьезно? О, боже мой, не могу поверить. Подожди. Нет, я так и думала. Ну, какой обманщик. Дорогая, что у нас на обед? Суп из воды? Похоже, что я на диете. О, яблочко. Свечи. Напитки. Атмосфера. Дорогая? То, что нужно. Сюрприз! Что? Ты устроил весь этот бардак? Нет, нет, не я. А кто будет убирать? Отличный сюрприз. Стоп, одну минутку, я понял, в чем дело. Уж постарайся. Теперь у меня есть столик и весь декор. Ага, в шкафу кто-то есть. Что? Ну все, я ушел. Можешь не бояться. Ага, попалась. Пусто. Но как так может быть? Ладно, мой план провалился. Упс, это не я. Мой домик. Он разрушен. Нет. Я дам тебе новую жизнь, мой любимый кукольный домик. Сменим цвет на розовый. И используем домик вместо полок для всех моих любимых вещей и безделушек. Кофе. Взбитые сливки. И корица. Сюрприз для моей любимой жены. Что это было? Не отвлекайся, папочка. Яйца мне не нужны, а вот этот лоток я заберу. Отправить. Что? Точно, забыл тортик. О-оу. Упс. Ты, стоять. Фу, гадость. Прости, папочка. Ауч. Мы с лотком скрываемся незаметно под покровом шкафа. Теперь мне нужно все вырезать. Прокрасим мои новые цветочки из яичного лотка. И нанизываем их на гирлянду.
Вау! Получилось превосходно! Мой цветочный уголок! Я жив, проклятие! Где эта девчонка? Дана, выходи немедленно! Папа идет! Опять бардак на кухне! Кто это сделал? Ты прячешься где-то здесь! Что же делать? Он найдет меня! Привет, ребята! Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, чтобы папа меня не нашел! Умоляю! Получается! Тс. Дорогой? Мне нужно тебе кое-что показать. Идем со мной. Что это ты оставил на полу? Убери немедленно. Хорошо, дорогая, я все вытру. Чтобы весь пол был чистым и зеркальным, понятно? Это мне пригодится. Фу, гадость. А где бумажное полотенце? Убирай! Хорошо, дорогая. Все ради тебя. Полотенца мне не нужны, а вот втулки пригодятся. Разрезаем их пополам. И приклеиваем на основу. Осталось покрасить. Вуаля! Моя полочка готова. Домик для моих уточек. Какая прелесть! Отлично! Танцуй, папочка! А я возьму вот эту нитку. Спасибо! Вытяну еще немножко. Отлично. Из папиного свитера у меня получился красивый ловец снов. Он будет охранять мой сон. Дорогой, что с твоим свитером? Ты слишком увлекся танцем. Опс. А ты не подглядывай. Итак, осталось прибить эту доску. Нет, это не то. О, отличная лампа из пазлов. Ты прошла кастинг в мой интерьер. А теперь я прибью тут мою доску для вдохновения. Что-то пошло не так. Во что бы мне переодеться? О, эта куртка намного лучше вязаного топика. А что это там за звуки? Я разберусь. Вау! Папочка! Привет, дочка! А ты хорошо здесь устроилась? Да, это моя тайная комната. Мне все нравится. Хочешь, я помогу тебе повесить эту доску? Спасибо, папочка. А я пока что сделаю эти ненавистные уроки. Что это за звуки? Ограбление? Я прибил твою доску. А я сделала задание. О! Как хорошо быть нашей семьей. Идем, детка, расскажем все маме. Стоять, грабители! Дорогая, успокойся. Это не грабители. А наша тайная комната. А как же уроки? Я все сделала. Сейчас проверю. Ну как там? Здесь нет ошибок. Отлично, детка. Ты все сделала правильно. Тогда... Может, построим еще секретные домики? Юху! О, да, мне нравится! Мы разбогатеем! Мистер продавец, мы хотим купить этот маленький домик. Мы копили деньги целый год. Это мелочь. Тут не хватит даже на одну стену. Этот домик стоит 999 долларов. Только не ультразвук. Тише! Сейчас я вам что-нибудь подберу. Вот, держите. Прекрасные куклы из коробки с мусором. Как раз за ваши деньги, наивные дети. Мы хотели домик. Что нам делать с этими куклами? Здравствуй. Привет. Вау, они настоящие. Идем. Ну вот, мы пришли. Вау. А это вам маленькие сахарные домики. Эти домики такие вкусные. Нам нравится. Это еще не весь сюрприз. Вау! Скорее, открывайте свой подарок. Что скажешь? Ты здесь не главная фея. Я могу наколдовать домик ничуть не хуже. Вау! Настоящий домик! Я сорву всю оберточную бумагу. Нет, я. Дай мне бант. Нет, я первая взяла. Эй, малышка,
Смотри, что здесь есть. А? Забирай свой бант. Я просто прелесть. Вау! Хочешь развернуть? Да. Вуаля! Займемся покраской домика. Эй, а почему нельзя покрасить одним щелчком пальцев? Нет, нет, нет. Для этого нужна кисточка и краска. Смотри, они до сих пор красят кисточками. Вчерашний день. Фу, воображалы. Я знаю, как сделать идеальную краску. Свежая рассыпчатая земля. Идеальный оттенок. Вот так, столько хватит. Подай мне вон ту летучую мышку. Идеально. Все знают, мешать краску лучше всего крыльями летучей мыши. О, я просто молодец. Краска готова. Какой красивый цвет. А что там делает русалка? Мы возьмем валик и голубую краску. Держи. Вау! Это легко. Я так быстро покрашу весь домик. Смотри, у них выходит лучше. О, я им помогу. Сложно покрасить без краски. Упс. Эй, хватит. Возвращайся в свой домик и не мешай нам. Переходим в режим двойной скорости. Мы быстро закончим всю покраску. Вау, мне нравится. Они уже закончили? Вампиры не отстают. Конкуренты. Из-за них я стану бедным. Они продадут свои домики по 2000 и отобьют моих клиентов. Мне придется снизить цену. Акция. Домик всего за $499. Подходите. Придется еще больше снизить цену. И тогда я пойду на решительный шаг. Распродажа. Всего 99 центов за домик. Это невозможно. Нет, этому не бывать. Я приму меры уже сейчас. Уничтожу конкурентов. Ты, брось биту. Это не то, что вы подумали. Нет. Вау, отличный удар. Он вернется не скоро. Я выброшу тарелки. Подожди, их можно покрасить и сделать из них черепицу. Да, неплохая идея. У нас вышла очешуенная крыша. Этот стаканчик от коктейля нам тоже пригодится. Нужна белая краска. И вот принт морских пузырьков на стену. Что скажешь? Вау, я помогу. Получилось неплохо. Смотри, я достала нам стаканчик. И зачем он нам? Что? Ах да, превосходно. Побольше черного цвета. Идеально. Наша крыша ничуть не хуже, чем у соседей. Вау, отличная черепица из стаканчиков. Но где же дверь? Мы отметим дверь циркулем. Нет, не выходит. Точно. У меня же есть острые зубы. Готово? И что? Стукнем хорошенько. Ура! Получилось! Спасибо моим прекрасным клыкам. Вау! Улыбнись, я сделаю фото. Оу! Этот снимок для дантиста. О да, ну конечно. Это прекрасная идея. Вот и наша дверь. Сразу видно, что это вампирский домик. Да! Святые клыки! Что будем делать? Есть одна идея. Поберегись! Отлично! Но из чего нам сделать дверь? Одну минутку. Мы ее поймаем. Вот она, наша домашняя акула. Та-дам! Тебе нравится наш зубастый вход? Я в восторге! Кушай, акулочка. Что? Не нужно перекармливать акул. И вообще, это просто дверь.
Вам взрывная посылочка. Динамит! Держи. Это твое? Нет, это подарок тебе. Привет, ребята. Пожалуйста, поставьте лайк, чтобы этот динамит потух. О, да, продолжайте. Не хватает всего одного лайка. О, спасибо, ребята. А тебе тут не место. Только не удар рукой. А? Нет, нет, нет. Вау. Неплохая работа. Привет, сыграем в мяч? Давай. Мой прекрасный витраж. Лови. Упс. О, нет, нет, нет. Больше никаких игр с мячом. Ты не разрушишь мой домик, резина. Смотри. Ауч. Упс. О, какая красота. Готическая прелесть. Отдохни, русалка. А я все сделаю. Вот этот иллюминатор сюда. А теперь буду пилить. Оу, лучше надеть на русалочку наушники. Ну вот, готово. Идеально подходит. Эй, иди сюда. Смотри, что у меня есть. Ты чего? Сражение на аквапалках. Упс, прости, русалочка. Прости, мы случайно. Что вы тут устроили? Хватит безобразничать. Это я заберу себе. А для вас у меня кое-что найдется. Ура! Она наколдовала вкусняшки. Разбирайте. Малышка, быстро домой. А это я тоже прихвачу. А что ты делаешь? Хочешь мне помочь? Раскрасишь эти палки черным цветом. Закончила. Как раз то, что нужно. О, да. И добавим свечи на наши колонны. Супер. А эту корзину вот сюда. Нужно нарезать много-много вот таких кружочков. И они превратятся в водоросли и кораллы. А вот это поставь по бокам. Вау! Наш домик словно вырос из морских водорослей. Из этой тарелки можно сделать кое-что красивое. Иди сюда, морской конек. Обводим. Вырезаем. И прикрепляем. Идеально! Эти морские коньки... Просто прелестны. Этот заборчик из корзины должен быть вот здесь. Согласна. Ты просто умница. А на стену мы поселим летучих мышек. Отлично! Оу, помогите, я запуталась. Сейчас я тебя освобожу. Ты в порядке? Дурацкая сетка. Ей место в мусоре. Не спеши, она нам пригодится. Теперь у нас есть забор. Тому доставка. Через землю фей, перевал Леди Баг и прямо в домик вампира. Ага, я на месте. Кажется, это вам. Дайте мне грубик. Спасибо. О, идеальные кости и глаз. Мамочки, возьмите деньги. Ничего не надо. Какой впечатлительный. А где курьер? Вот твой венок. О, спасибо. Ну что ж, превосходно. Разбросаем это здесь. А? Вау, какой милый заборчик. Эта кость мне нравится. Вау. Одной кости не хватает. А, помогите. А где моя кость? Слезай. Это пугающе. Ну все, я готова. Минутку, у нас еще есть красная дорожка. О, так здорово, спасибо. Добро пожаловать. Я займусь этими трубами. Окей. Эй, что это там? Смотри, какой круглый глаз. Идеальная ручка для двери. Девчонки, подойдите сюда. Хотите заработать много денег? Продайте мне ваши домики. Что? Деньги фальшивые.
Лети подальше. Приятного полета. Эй, детка, иди сюда. Смотри, что у меня есть. Из этих труб получатся прекрасные полочки. Поставь на них этот декор. Отличная идея. Медузи и светильник. Вау! И картина из подводного музея. Изюминка нашего интерьера. Моя гробовая полочка для украшений стильно и мрачно, как раз в моем вкусе. Вау! Нотки красного декора. А тут я поставлю свой костяной столик. Как роскошно! Очень красиво! А сейчас время страшных сказок. Их домики почти готовы. У-у-у, привет! Идем на вечеринку у бассейна? О да, у меня есть план получше. Идем. Поставь наш бассейн. Добрый день, соседи. Кто это? Привет. Кто это? Понятия не имею. Мы будем строить домик по соседству. Эй, малышка, хочешь к нам? Я хочу на вечеринку у бассейна. Я могу это устроить. Ныряй. Где я? Вау! Привет. Я задыхаюсь. Упс. Про это я не подумала. Добро пожаловать. Хочешь в бассейн? Очень. Построим его здесь. Из этого сделаю основание. Хвост очень мешает строительству. Это нужно исправить. Магический эликсир мне поможет. Нанесу совсем немного. И хвост превращается в стройные ножки. Теперь можно и попилить. Готово. Отличная работа. А это что? Сколько здесь всего интересного? Все для красоты. Попробуем. Соединяю эти детали. О нет, моя косметика не игрушки. Так нечестно. Мне нужна твоя помощь. Ладно. Подержи шуруповерт. Спасибо. Видишь, ничего сложного. А это что? О, я превратилась в русалку. А где ребенок? О, нет. Отдай сейчас же и помоги мне. И хвост тебе не нужен. Снова человек. Достроим бассейн? Конечно. За дело. Ничего не понимаю. Она уже давно должна быть дома. Где моя дочь? Мальчик, ты не видел эту девочку? Нет. Как же так? Офицер, я ищу свою дочь. Она не вернулась из бассейна. Задача ясна. Я вам помогу. Ауч. Укрепим дно бассейна. А я воспользуюсь степлером. Сдавайся! Ну ладно, я тебя проучу. А! На помощь! Фух, устала. А, попалась? Нет, это ты попалась. Все, сдаюсь. Ха, я победила. Вода закончилась, но есть еще духи. Мой хвост снова со мной. И я тебя сейчас догоню. А, ладно, забирай свои духи. С тобой так весело играть, а мне с тобой. Наберем полный бассейн воды. Конечно. Не понимаю, куда подевалась вода. Нет. Офицер, есть новости. Не слышу. Вы ее нашли? Нет, к сожалению. Что же делать? Ай. А кран лучше перекрыть. От вас никакой пользы. Я сделал все, что мог. Шезлонги поставим в самом лучшем месте.
Подводный коктейль по моему личному рецепту. Будешь? Нет, не хочу. Ой, ладно. Воды до сих пор нет. А я хочу бассейн с водой. Прости, но в бассейне нам не поплавать. Может, твоих слез хватит, чтобы его наполнить? Моя девочка, где же ты? Как мне тебя найти? Ребята, ставьте лайки, чтобы я нашла свою дочь. Детка, это ты! Спасибо за подсказку. Мама уже идет. Что это за место? Доченька! А, посторонняя! Не страшно. В сторону. Готово. Что ты наделала? Это моя мама. Верни ее, пожалуйста. Упс. Ладно, сейчас. Девочка моя,